Между тем, более миллиарда тенге имущества изъяла у лжепредпринимателей городская прокуратура. В надзорном органе продолжаются проверки законности вывода госактивов. 5 лет назад за незаконную деятельность приговором суда осудили ОПГ. Преступники создали 86 лжепредприятий и успели обналичить более 87 миллиардов тенге, тем самым уклонившись от уплаты налогов, превышающую 27 миллиардов. На полученные деньги приобреталось имущество. Судом в пользу государства конфисковано 2 земельных участка площадью около 1,5 гектара с жилым строением в одном из престижных районов мегаполиса. Прокуроры установили, что для увода этого имущества от конфискации преступники реализовали серую схему. Земельные участки были отчуждены отцу одного из осужденных. Прокуратура Бусандыкского района города Алматы обратилась в суд о признании всех сделок недействительными и приведении сторон в первоначальное положение. В результате многочисленных судебных процессов, рассмотрения гражданских дел, апелляционной инстанции, иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме. Данные меры позволят изъять в пользу государства дорогостоящее имущество.